Привет, друзья! Мы продолжаем проходить растения против зомби, часть 2. Наши дни. Итак, в этой серии мы попробуем пройти 8 уровень. Посмотрим, что там. 8 уровень. Поехали. У меня батя мой добрый. Так, мы должны использовать солнце для апгрейда растений. А мы должны успеть сделать 100 оборотов и уничтожить зомби, да? Так, ну давайте думать. Так. Ну, а что-нибудь проапгрейдим, да? Так. Так, что еще тут можно поменять? Что-то я не вижу вариантов. А, ну вот, арбуз только. Спрос, видимо, произошел. Давайте вот так вот сделаем. Так, что тут есть еще? Вариации. Так, получается тут, вот тут получится.
все, да? Ха. Ну вот как-то так, друзья. Конечно же, надо вот здесь вот апгрейдиться постоянно. А я посмотрел, и мне самым оптимальным показалось накопить сначала на арбуз, потому что он дамажит так нехило. А потом вот этот ледяной дракончик, потому что он может останавливать, замораживать зомби, да, на какой-то момент времени. Вот, бишь, это немножко дало бы больше времени. Ну и потом уже все остальное. Забираем денежки. Интересно, вот этот уровень был. Видимо, из-за большого количества эффектов вылетала игра, и пришлось заново все это дело начинать. Видите, да, Blue Stakes до сих пор тупит. Ну да ладно. Не припомню, чтобы такие уровни были вообще в каком-то мире. Но так было довольно-таки интересно. А, ну все, друзья, в следующий раз продолжим проходить. Посмотрим, что там у нас на 9 уровне. И мы уже вплотную приближаемся к этому новому растению. А честно вам скажу, я не знаю, что это за растение, но выглядит оно любопытно. Ну все, друзья, благодарю вас за просмотр, всем удачи и пока. Увидимся.